Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня решил повзрывать вот такой наборчик петард. Смотрите, вот столько петард есть на сегодня. Вот такие мячики, мышки, пулеметные ленты, свистульки. Короче, мощные и немощные петарды разные. Розочки, пулеметки еще вот. И корсары первой связочкой. Кто не видел предыдущее видео, обязательно заходите на мой канал. У меня канал про пиротехнику, кто не в курсе. Есть, короче, очень много видео с петардами. Так, пока вот это уберу в кулечек и пойдем искать хорошее место, чтобы повзрывать. Короче, у меня канал с пиротехникой, про пиротехнику. Снимаю очень много интересных видео, взрываю различные предметы. Короче, все по вашим просьбам, что вы хотите, то и взрываю. В общем, так что предлагайте, какие петарды взрывать. В общем, заходите на канал, открывайте вкладку «Все видео» и смотрите, короче, ролики. Есть очень много различных роликов снял на эту тематику. Так что заценивайте, кому это интересно. Что ж, не переключаемся, ищем место, чтобы повзрывать крутые петарды. Так, вот такое местечко мы нашли, смотрите. Отлично, думаю, тут повзрываются петарды. Так, свистульки. Давайте запахаем для начала большую ленту пулеметную. Так, куда бы ее? Давайте вот так. На дерево. Вот, думаю, будет хороший взрыв. Так, беру зажигалку. Погнали. Топчик, пулеметная лента, смотрите. Одни шкурки. Разбомбило здесь все. Так, запускаем свистульки. Давайте в ту сторону вот так, чтобы их было видно. Есть. Начинаем. Так, нужно дальше отходить. Очень высоко летят. Есть. Есть взрыв. Берем каких-то мощных петард забахать. Вот таких. Так, где бы тут повзрывать? Давайте пень. Вот здесь есть пень. В этой серии побомбим немножко его. Так. Петарды в карман. Бросаем К-05. Блин, чуть не уронил туда. Ух, сейчас разнесет. Ого, ребята. Вот это я понимаю дичь. Разорвало конкретно. Так, смотрим, что еще есть. Из мощных. Так, давайте КП-1000С. Нет, погодите. Что-то тут было помощнее у меня. Нет, пока так. Так. Ставим. Бросаем туда пиратку. КП-1000С. Так, за ней пойдет К-33 Шарк. И все, не будет взрыва. Так, возьмем, давайте лент побросаем. Так, давайте поставим две так. Две не получилось. И давайте, ребята, сейчас установлю штатив.
а сам побросаю лент. А вы смотрите взрывы. Вот так. Так, есть у меня ленты здесь. Так. Вот сколько, смотрите. Так, давайте. Первая пошла. Отлично, давайте бомбочки вот эти проверим. Мощь. Так, теперь две одновременно. Да, вот эти фрибусьеры мощно взрываются. Есть вот такая кобра. Внедряем сюда. Ух, лупануло. Так, смотрим, что у нас там. Еще есть такого интересного. Так, давайте свистульки, вот эти мышки, повнедряем куда-нибудь. Вот так. Попробуем, полетят или нет. Так. Остальные вот сюда. С них и начнем. Ничего себе. Можно слоумо делать. Не успел. Это вы видели, ребята? Самая настоящая свистулька. Так. Топ. Давайте еще несколько бахнем. Вот так. Ух, они сейчас лететь будут. Ставьте лайки за мышки. Вот это полет. Так, давайте бахнем вот такие казацкие. Вот здесь. Так. Разрезаем упаковку. Так, мусор потом уберем. Вот так вот. Ставим, погнали. Давайте я вам покажу. Вот так выглядит. Убегаем. Вот это да. Класс, обожаю такое. Давайте попробуем подбросить P2000 высоко вверх. Так, смотрите, я поставлю вот так камеру. Вот так. Надеюсь, будет видно. Постараюсь бросить вот туда.
Не, ребята, короче, взорвалась она, вон, видите дымок? Давайте быстро посмотрим кратер, пока дымок не прошел. Где это она тут бахнула? Вот где-то тут. Короче, хорошо полетело так. Ну же. Не видно разрыва. О, по-моему, здесь. Да, вот здесь теплая земля. Смотрите. Видели? Сразу заметил такой кратер. Капец. Тут какая-то не земля, а сплошной. Не знаю. Трава перегнившая или что? Листья. Жесть вообще. Ладно, пойдемте дальше. Повзрываем что-нибудь. Не будем затягивать, уже поздно. Так, пробежимся. Кто меня знает, ребята, всегда взрываю по-быстрому петарды, чтобы, ребята, вы посмотрели классный ролик, а не то, о чем я там говорю, или как другие блогеры о чем-то говорят, полчаса, неинтересно, короче, сразу взрываем, чтобы вам было интересно. Так, давайте напоследок бахнем две петарды. Установим первый вот так, шок. Блин, пираточка, давай, становись. Хочу тебя взорвать. Так. Ух. Вот это мегаядерный взрыв. Так, и давайте здесь Red Bull бахнем. Так, ребята, отбегал подальше, а то еще у меня заглушка полетит. Что ж, надеюсь, сегодняшний ролик всем понравился. Обязательно предлагайте, что сделать с остальными петардами, которые остались. Какие видосы хотите видеть на моем канале. Может быть, также повзрывать, добавить каких-то интересных петард и еще повзрывать такие видосики сделать. Обязательно предлагайте. Что ж, надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходят также крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Очень интересные. Так что заходите, смотрите. Выпускаю, ребята, ролики. Каждый раз, может, не знаю, кто пропускает концовку в каждом видео, но, ребят, сообщаю. У меня есть второй канал, на нем выпускаю также классные видео. Так что обязательно заходите, заценивайте. Пишите свои приятные комментарии по поводу ролика. Понравилось или нет. В общем, надеюсь, ролик вам понравился. Так, посмотрим еще раз. Здесь взрыв. Вот такая воронка тут была. Короче, вот. Повзрывали так петард. Ссылка на второй канал будет здесь, также внизу в описании. Заходите, подписывайтесь. Буду рад вам и вашим комментариям. Предлагайте, чтобы еще такого повзрывать. Может быть, кому нравятся посылки, распаковки посылок с пиротехникой. Также предлагайте, буду еще какие-то петарды заказывать. Предлагайте, какие петарды взять, какие вы хотите видеть на моем канале. Не забывайте ставить лайки, смотреть здесь 4 видео. Они тоже очень клевые, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч.